Поступают новые данные о человеке, которого разыскивают по всему миру. Главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу-Бакр аль-Багдади долгое время скрывался в Турции. По данным иранских СМИ, ранее он неоднократно переезжал из Сирии в Ирак и обратно. А в Турцию его доставили после ранения, полученного в результате авианалета иракских ВВС. Причем, как утверждают журналисты, транспортировку координировали сотрудники ЦРУ. Согласно последней информации, аль-Багдади перебрался в Ливию, которая после свержения при помощи Запада режима Муаммара Каддафи превратилась в плацдарм для ИГИЛ.